Школьные занятия закончились, а это значит, что одни уже начали отдыхать и ушли на заслуженные летние каникулы, а другие волнуются перед экзаменами. Но отдых всегда должен быть с пользой. В этом году летний языковой лагерь для детей Дискава КФУ проведет всего одну смену. Этим летом будет всего лишь одна смена, с 7 по 15 июля. И мы набираем ограниченное количество детей для того, чтобы эта смена была такой, можно сказать, домашней, с ощущением того, что все дети погрузятся в студенческую атмосферу Казанского университета, и, естественно, каждому таким образом мы сможем уделить внимание. 7 по 15 июля Казанский федеральный университет откроет свои двери для будущих абитуриентов, которые желают не только подучить английский язык перед государственными экзаменами, но и понять атмосферу студенческой жизни. Мы все-таки ориентируемся на школьников, которые владеют на уровне pre-intermediate как минимум, которые воспринимают язык на слух, которые могут выразить свою точку зрения, для того, чтобы за столь короткий период у них все-таки был скачок в языке. Мы не рассматриваем детей, которые только-только приступили к изучению, так как это интенсивный языковой лагерь, рассчитанный на старшеклассников, которые планируют поступать в Казанский университет на языковые направления. Но бывает и так, что ребята, которые отлично владеют языком, приезжают к нам, при этом рассматривают и другие специальности, другие направления подготовки. Но одного желания учиться в Дискава КФУ мало. Чтобы попасть в летнюю смену, нужно пройти не только тестирование, но и собеседование, на котором сотрудники лагеря смогут оценить не только знания школьника, но и мотивацию. А это позволит подойти каждому участнику индивидуально. Олег Ашин, Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.